Иду я такой по улице и смотрю, граффити рисуют прямо в данный момент, вы представляете? И хочу подойти узнать, что это такое. Ребята, привет. 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 Я видео снимаю. Слушайте, а что это вы делаете, вот это такое? Фасад моем. А вы художники или как? Кто из вас кто? Давай. Приветики. Как тебя зовут? Что ты делаешь? Меня зовут Таня. А ты что делаешь? Да я увидел вот такую здоровую штучку, красивую, и решил к вам подойти, разузнать, что это такое. Это фасад мы тут рисуем в Краснодаре, да. Да, один из многих больших, крупненьких, крутых фасадов. Это ты сама все придумала? Да. И нарисовала? Да. Я не знаю даже, что спросить. Ты как размеры контролируешь? Вот этой всей штуки. То есть я когда рисую. Размеры картины. Я, к примеру, вот рисую на А4 или там. Ну да. На А4 или на листике бумаги. Вот она откуда. Я-то все вижу. Типа, я вижу, я могу где-то потереть стёркой, глаза ровно, брови ровно сделать. А как на. Ты на графическом планшете рисовал когда-нибудь? Там есть такая функция, ты так кусочек увеличиваешь и его разрисовываешь. А, здесь такая же тема работает. Да, так, да, вот ты так когда, сделал когда стену. Приближаешься, кажется, что ты просто вот так вот расширяешь фотку. А какая технология перенесения контура самого? Такое есть что-нибудь? Да, есть. Берешь проектор, светишь. Проектор? Да. А что за смысл? Ну, обычный смысле... домашний проектор? Да, да, такой. PNG-шная картинка какая-то, черно-белая. Да, да. У этой картинки есть просто отдельно контур, и он светится на стенку, и получается рисуночек. Мне разрешили залезть сюда и подняться. Я очень смешно залез. Так. Ребята, дальше вам. Йо, мы поднимаемся. Блин. Я поднимаюсь с художником на такой объект. Я как будто к небесам поднимаюсь. Нет, ты поднимаешься в зону бикини. Вот смотри, о, это шортики. В зону бикини где? Вот здесь. Это кажется синее пятно, но это не так. Все, теперь будем рисовать. Блин, а какая высота здесь? На второй этаж. На второй этаж мы поднимем? Да, все. А, вон, напротив дом есть. Второй этаж. Это у тебя что такое? Баллончики. Я сначала отрисовала эту картиночку, а потом рисую ее на фасаде. Да, ты наблюдаешь реально, как появляется картина на фасаде. Все, мы опускаемся. Блин, как это прикольно. Организатор? Да. А что входит в обязанности организатора? Ой, в обязанности организатора входит все практически, кроме нанесения рисунка. А как тебя зовут? Мы не познакомились. Меня зовут Саша. А я Жора. Очень приятно. Что там делает организатор? Практически все, кроме нанесения рисунка, а рисунок делает наш художник, наша художница Танечка. А вообще вот организатор, это значит нужно что получается согласовать? Да. Такую стену. А как это происходит? Это с администрацией согласовывается или с жителями, с местными? Ты приходишь в квартиры, стучишься или как происходит? Ну почти. Это происходит с администрацией. В основном администрация все должна согласовать, утвердить, а потом примерно так, как ты говоришь. Мы собираем жильцов и объясняем им, что мы вот тут хотим нарисовать. Ага. Каждому рассказываем идею, зачем мы это делаем, что мы делаем вообще. А если приходят такие вот деды и бабки с косами, такие, вы чё мне испортили стену? А такие я бывают? Я вас убью. Такие бывают. Бывают? Конечно. Вы им даете отпор? Приходится. Какая по счету? Это третья. Третья такая штука. Третья. Да. Ага. Одну мы нарисовали для культурных людей нашего города в Институте культуры.
Можно там прийти посмотреть. А там что изображено? Я картинку сейчас куда-нибудь вот сюда вставлю. Что там? Там историческая битва. Все сурово. 40 лет победы, 33. Приходи посмотреть. Все. И на Северный 500. А там что? Тоже пятиэтажная. Вот такая вот красивая красота. Наш Рома Спам, художник, рисовал. Стоит посмотреть. Слушай, спасибо, что ты мне все рассказала. Такие, я подошел просто, мне человек рассказал, и не поперли меня никто, прикольно. Подписывайтесь на нашу художницу Таню Така и на наш проект «Лицо города». Ставьте нам лайки, комментируйте и подписывайтесь на вот этого потрясающего человека. Ага. Да, много просмотров тебе, чтобы сделали, и комментов, и налайкали, и эти, как их там... колокольчики. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подожди, она не сказала подписывайтесь. Подписывайтесь дважды. Сейчас пошел такой сильненький дождик, поэтому рисовать нельзя, краска течет, и ребята собираются в тачку, у них там вся машина набита красками. Как погода наладится, видимо, будут продолжать. Вообще классно, что я пришел, мне все рассказали. Молодцы ребята. И то, что меня подняли на этой штуке, тоже опыт невероятный. Мне очень понравилось. Походу, тут еще блогер. Влог продолжается. Начался очень сильный дождь. Ребята меня забрали и подвезут сейчас до остановки. Кто бы мог ожидать? И сиди себе плюс еще вообще.